Всем привет! Как и обещала, сегодня мы будем снимать вопрос-ответ, но, к сожалению, всего лишь 3 вопроса. Классно! Все эти 3 вопроса задала Варя. Какая-то. Точно не моя подруга? Ой! Ладно, Варя задала вопрос. По типу, сколько ты снимаешь в YouTube? Я начала снимать видео где-то в октябре. В октябре-ноябре. Вот где-то там. Второй вопрос был у Вари. Сколько ты занимаешься квадробикой? Ну, с зимы. И последний вопрос. Как ты стала бунтаркой? Узнала. Никак. Ну и за 1 минуту я вам расскажу, почему меня буллили в первом классе. Меня буллили из-за веса. То есть я была по весу больше чуточку других. Вот из-за этого все меня буллили. Все. Я пыталась им объяснить то, что типа я чуточку вас больше по весу, но они понимали. Ну, хорошо то, что сейчас такой ситуации нету. Потому что, ну, как бы булить человека это ненормально. Ну и потому же я перешла во второй класс. Вы наверняка спросите, почему другой фон? А потому что я перевернула свой стол. Ну ладно, ребят, я вам рассказала и вопросы, и все остальное. Всем пока!